Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим видеорегистратор Convoy, модель КТВР-500FHD. Давайте рассмотрим комплектацию устройства. В комплекте идет оригинальный гарантийный талон, инструкция, регистратор, крепление с поворотным шарниром, адаптер питания в прикуриватель, USB кабель, пульт дистанционного управления и съемный аккумулятор емкостью 900 мА. Рассмотрим поближе видеорегистратор. Перед нами камера, угол обзора которой составляет максимально 100 градусов, динамик, микрофон. В задней части у нас экранчик размером 1,5 дюйма, кнопки управления, сбоку разъем HDMI и разъем mini-USB. Снизу под заглушкой разъем под карту памяти до 32 гигабайт и разъем под съемный аккумулятор. Рассмотрим меню видеорегистратора. Первый пункт – это разрешение. Максимальное разрешение Full HD 1920 на 1080. Минимальное – это HD 1280 на 720. Следующий пункт – это качество видео. Есть высокое, хорошее и обычное. Следующий пункт меню – это эффекты, частота освещения, автоэкспозиция, автоэкспозиция ISO, режим изменения автоэкспозиции, баланс белого, цифровой эффект, резкость и экспозиция. Следующий ТВ-формат, автовыключение, установка времени, метка времени, циклическая запись, датчик движения, штамп даты и времени, госномер, автоотключение экрана, режим видеозаписи, переворот изображения, звуковые сигналы, режим USB, настройка языка, настройка по умолчанию, то есть сброс до заводских настроек, форматирование и версия программного обеспечения. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал на YouTube.